Всем привет! Вас приветствует Серж Мардин Гараж. И мы начинаем дрифт сезон. Сегодня у нас первая дрифт-тренировка на моем москвиче 2140. Здесь на данный момент полностью стандартный двигатель и стоит карбюратор Megasolix 3030 с параллельным открытием. По ходовой там доработаны рычаги, заварен редуктор. Если вам будет интересно, пишите в комментариях, я сниму отдельный видеообзор. То есть, а сейчас мы, как всегда, первое, что в дрифте, это нужно научить крутить пончик. То есть нормальный пончик. Попробуем сейчас, получится у нас, не получится. Я сам, то есть только я 10 лет занимался драгом. Выступал на чемпионатах области, чемпионате Украины. Дрифт для меня это новая дисциплина. Захотел попробовать себя в ней, но из того, что у меня было заднеприводное, это только москвич. И поэтому мы пока начинаем с него. Я хочу вам показать, как с нуля можно стать дрифтером. То есть начинаем с самого простого. Простая машина. Я еще неопытный пилот. Будем учиться. Будем тренироваться. Буду набивать скилл, дорабатывать машину. Сейчас посмотрим, машина сама попросит, что ей надо добавить. Я знаю ряд работок, какие, что надо сделать. Но я хочу строить, одновременно развиваться и я, и машина. То есть одно без другого не бывает. Некоторые 10 лет строят и думают, что они потом выйдут, и я сразу начну дрифтовать. Такого не бывает. Будем учиться, будем пробовать. И мы начинаем. Thank you.
Вот такая у нас первая дрифт-тренировка. Пончик сначала вроде как бы не получался. Потом я уже поднабил руку-ногу и кое-что уже получается. В дальнейшем еще будем дальше отрабатывать пончик. Потом уже, когда у нас уже будет все нормально получаться, мы перейдем уже на восьмерку. Всем спасибо за внимание. Всем до свидания.